Привет, мои дорогие зрители! Привет! Сегодня хочу вам показать обзор нашей коляски, на которую вы мне помогали собирать. И вы очень многие просили ее обзор. Поэтому давайте начнем. Вот так вот она. Так. Можно или так ставить, или так. Значит так, тут это дождевик, чтобы вот, или для, от ветра еще. Сзади тут, значит, есть такая. Это москитная сетка. Вот это. Гулять, чтоб ребеночек смотрел. Тут закрыть можно все. Застегивается. Что-то вроде того. Не знаю, как тут полностью закрывать. Это получается на теплую погоду, то есть на зимнюю, если вот так вот закрывать ножки. То есть на холодную. На холодную, да, погоду. Кстати, коляска называется Зипи. Ну, скорее, наверное, модель. Да, это модель. Верди. А так это Верди. Так, сейчас все берем пока. Значит, тут у нас клеенка. Такой матрасик поднимается. Когда можно уже будет головку держать, вот так лежать. Ну, а пока у нас будет так. Клеёночка. Все это снимается и можно постирать. Да, все стирается. Все разбирается. Снимается, значит, она. Так, вниз, вперед, и с другой стороны также. Вниз, вперед. Так. Так. Это уже получается летняя. Летняя прогулочная. Ну да, тут понятно, что тут тормоз ставится вниз, когда не едет. Вверх едет. Так, это мы пока отстегнем. Значит, кнопочки две. Так, опускается. Вот тут вот цена у нас будет не жать, это кто понимается. Чтобы опустить вот эту штучку, и поднять железяку. Ну вот, ребеночек лежит. Ну и вот, чтобы безопасность ребенка. Вот он будет сидеть. Тут застегиваемся.
пойдет дождь, если вот так вот ребенок закроется тут вот так. Вот так закроется, не промокнет ребеночек. Тут то же самое, как и на зиме. Штучка москитная, антимоскитная. Сумочка у нас, значит, здесь вешается. Уже кот постарался поладить. Дождевик, который надевается на всю коляску. Москитная сетка вот это тоже надевается как-то, но мне не удалось ее натянуть. Она или неправильная, или я неправильный. Вот это вот оно. Но сумка все время мешает, когда что-то делаешь. Я думаю, что за спинную сетку потом мы разберемся, как сделать. Да, можно увеличить. Очень удобно, кстати. Угу. Так что-нибудь положить туда. Например, кошку можно посадить. Будет тоже продукты складывать. Для продуктов. Колеса тоже снимаются, моются. Не помню, как я их снимал. Но потом я еле обратно их надел. Так что. Потом еще разберемся немного. Есть. Короче, тут защита такая, когда не можно нечаянно сложить, чтобы не сложилось вместе с ребенком. Тут защита стоит, вот она раз, так и зацепляется, и никуда. А так бы она раз, и сложилась. Да, это очень удобно. Вот все. Вот такой вот у нас обзор получился. Коляски. Спасибо, что вы смотрели нас. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока!